Здравствуйте, дорогие друзья! Видео снято для канала «Все о стиральных машинках и бытовой технике». Сегодня речь пойдет о саундбаре JBL-2.1 D-Bass. Сама система очень компактная, не занимает много места на вашей полке и очень гармонирует с дизайном нашего телевизора, не смотрится отдельным предметом на полке. На самой звуковой панели располагается два динамика суммарной мощностью 100 Вт. Также располагаются 4 кнопочки. Кнопка включения-выключения, кнопка регулировки звука и кнопка переключения каналов. С обратной стороны у нас имеется два выхода HDMI, один USB, один оптический, вот он, и, собственно говоря, сам сетевой шнур. В комплекте у нас шло два провода HDMI, пульт, вот он. Позже вы сможете оценить качество звучания. Так, и вот он, сам сабвуфер. Очень стильный, компактный. Сам сабвуфер не рекомендуют использовать ближе на расстоянии 1,5 метров, если вы хотите иметь действительно качественный и объемный звук. Так, что хочу сказать по поводу самой акустической системы. Звук действительно мощный, басы прекрасные, прекрасно проработаны верхние, нижние басы. Вот, сейчас вы сможете это оценить. Проблем с подключением к смартфону у нас абсолютно не возникло. Все работает быстро и шустро. На тихих сценах акустическая система не отключается. Прекрасно себя показала в этом.